Уже в эту субботу вы узнаете, по какому мосту Екатерина II заезжала в Оренбург и как добраться до забытого памятника архитектуры XIX века. Авторы приготовили для вас неизведанные маршруты Оренбургского края. Вместе с нашей съемочной группой вы сможете забраться на одну из самых высоких точек Соль-Илецкого района. На вершине Боевой горы небо отражается в голубизне кристально чистых озер. Это уникальный памятник природы – Боевая гора известняковая. На ее вершине находится впадина с двумя озерами, а у подножья – минеральный источник. Многие считают, что вода здесь целебная. Еще одно место – это знаменитое во всем мире озеро Развал. Здесь и сейчас самые яркие впечатления. Турнир по плаванию, рекорд планеты. За несколько минут отдыхающие съели пуд соли. Как это было, вы сможете увидеть на телеканале ОРТ «Планета» в эту субботу в 19:30.